Так, приветствую всех ребят, видно, слышно. Так, ну что, мы создаем персонажа. Он у меня немного похож на девушку. Как тут есть рандом? Сейчас я создам и готов. Сейчас какого-нибудь... А волосы? Тут есть волосы? Ну, нормально, нормально. Так, ладно, хорошо. Что-нибудь дефолтное, что-нибудь стандартное. Ну, смотрите, какой красавчик, да? Это киберпанк? Естественно, что не видно, что ли? А так, ваш статический ID 196839, что бы это ни значило. Смотреть вступление. Смотрим вступление. Наконец-то Тарков на новом движке. Так, сейчас если с Дисой мы будем. Хочу, чтобы Диса меня поводил, если можно, по всяким работам и активностям. А за проституток кто играет? О, можем за проститутку поиграть. Я обслужу весь сервак. Обслужу, будет легендарной проституткой. Итак, мы прибыли в город мечты Лос-Сантос. Меня встречают путеводитель. Присоединяйся к Majestic RP. Ссылка на скачивание и регистрацию в описании под видео. А если при регистрации ведешь мой промокод Globster, то получишь 50 тысяч игровой валюты и VIP-статус на неделю за прокачку до 3 уровня персонажа. Приятного просмотра. А я что, кого-то уже бью? Извините. Спасибо за совет. У меня есть несколько автомобилей, может взять один из них в аренду. Интересует? Да, конечно. Ух ты, $60 в час. У меня 3500. Я еще нормальный, у меня, блядь, больше денег, чем в реальной жизни. 860, я уж мотороллер возьму какой-нибудь. Вот самый дешевый. Ну давай, пробуй, пошел. Собака. Можно погладить собаку? То есть NPC, получается, нет. Она кусается? Она сейчас сядет на мой байк и уедет, да? Эпично. Через ге взаимодействие погладить. А, да, можно погладить? Ребят, да... Собаку только не сбей. Через ге. Нажимаю ге. Но не работает. Мне нужно открыть счет в фликобанке. Пусть будет 4.0. Все. У меня есть банковский счет с пин-кодом 4.0. Путь новичка. Загляните в банкомат. Так, задание активное. Поговорите с путеводителем. Как поговорить с путеводителем? Привет, дружище. Как поговорить с путеводителем? Здорово. Да, поздоровался. Где взять путеводителя, с которым поговорить? Прыгай, внизу. Спасибо. Капец, он летит. Ну, наверху, короче, летит. Ага, понял. Спасибо большое. Сейчас на шахте не хватает рабочих рук, так что отправляйся сюда и поговори со старшим смены. Ага, понял, хорошо. Не отвезешь меня на шахту? Давай, пацаны, самый высокооплачиваемый шахтер, личный таксист для шахтера самого высокооплачиваемого. Посмотри, пошли! Слышишь, а мне можно порулить? Да, залетай, конечно. Пристегнись, я ничего не обещаю. А, бля! Сорян. Когда друг попросился за руль, бля? Вы приехали. Бля, все, не давай мне больше руль. У меня спина плотная. Надолго или так чисто? А я не знаю, мне надо это... А, вообще 3 стрима у меня. От первого лица попробую поехать. Я говорил же, что лучше держать подальше от руля в реале. В реале я нормально вожу. Извините, у меня аллергия на чушь. Для взаимодействия. Что это за место? Хочу поработать у вас. Заработать $1500 в шахте. Я каменщик, работаю 3 дня! Настройки... Чё, походка? Гордый, уверенный, пьяный. А, это моя пятничная. О, здорово, пацаны, я работать пришел. Что тут? Где тут шахта? Где тут добывать уголь? Так, ладно, хорошо. О, здорово, братик. Здорово. Добудем немного алмазов. Пьяный, толстый, гангстер, торопливый. Раненый, пугливый, быстрый. Это быстрый. Добыть руду. Это я что, добыл руду? А, добывать руду. Где-то я это уже видел. Так, мне осталось тут буквально чуть-чуть. Еще пару десятков раз сходить. И я готов. Короче, смотри, я тебе вообще предлагаю сделать вот этот квест новичка, путь новичка. Да. И его... Быстренько мы сейчас сделаем, в принципе. Я на колесах, так что, если что, туда-сюда. Хорошо. Быстро съездим. Тогда а мне нужно еще 4 раза. Чтобы быстрее этот раза. Квест сделать, ты можешь взять у него, у этого типа, купить снаряжение за 5000. А у меня нет 5000, у меня всего 3500. О-о-о, вот, спасибо, держи. Братик. Да надо тебе. Вот это четко.
Дополнительная экипировка. Купить сейчас. Да-да. Так, и что получается? Вот, теперь ты за один подход две тележки будешь таскать. Да, огонь вообще. Сейчас я быстро. Я сейчас вернусь. Хорошо, на самом деле, да, работаешь на работе весь день, чтобы прийти домой и поработать на работе, поработать в шахте. Мне интересно, эта вот ирония, будет ли еще более успешной, если это применить, например, к какому-нибудь, ну, к шахтеру, к настоящему шахтеру. Прикинь, шахтер в шахте целый день отъебашил, отбатрачивал, потом идет в GTA RP и тут руду добывает тоже. Блять, нахуй я сюда пришел? На этом сервере есть магазин ДНС? Может, туда устроишься? Ой, это самый жесткий подъем за сегодня. Все, поехали, братик. Мы приехали. Так, заглушу мотор. Добро пожаловать в Лос-Сантос, я могу вам чем-то помочь? Я насчет квеста, никто не обещал, что будет легко, вижу, ты стараешься, вот это заслуженная награда. Короче, то, что нужно. У меня появился смартфон, да, я так понимаю? У вас нет телефона? А, у меня нет телефона. Мне нужно... Мне нужно телефон купить. Купите смартфон ДНС. Тут ДНС есть? Держите Сетелин ДНС. Нет. Ну ты откроешь. Я открою, да. Что там такое? Отпись. Что он хочет? Он хочет украсть машину, я так понимаю, да? Ты что хотел, братишка? Бля, братан, а где четырку такую замутить? Короче, смотри, у меня есть вот этот Мэрин. Ага. Я могу тебе передать от него ключи на случай всякий. Где четырку такую замутить? А тебя это ебать не должно. Большие кары. Пацаны, подвезите кто-то по-мужски, ну, по-дружески. Куда тебе надо? Сейчас мы... я по квесту гляну, секунду. Не-не, мы к путеводителю, если по пути, поехали. Ладно, похуй, поехали, я с вами. Самое время получить права. Откроются... В смысле права? Я ж уже катаюсь тут вовсю. Открылся за две категории, они тебе понадобятся. Инструктор ждет тебя в автошколе. Мне в автошколу, братик. Поехали. Поехали. Круто, да, в автошколу приезжать на права сдавать на тачке? Ага, уже на своей. Так, ну я думаю, это будет быстро. Максимум. Круто, спасибо. Я зашел, мне сразу дали в лицо. Вот это сервис. Ну, права, я так понимаю, тут давать не так уж и сложно, просто ездишь по этим. Угу. А раньше, говорят, тесты какие-то были, прикинь. Блин, это очень жестко, это очень душно. Типа, я понимаю, есть РП, да, есть духота. Uh-huh. И вот главное просто эту грань не пересечь. Да, ютубер. Это, ну, канал Гроза Востока, посмотрите, перейдите, так и пропишите. Реклама. Музыки не хватает здесь. Музыку в машине можно врубить, радио типа есть. А как нажать? Через Q открывается меню. А-а-а. Либо через... Все, получается, сдал. Путеводителю поехали. Держитесь правее. Нет! Блядь! Точно тут это было. Стою я вчера, в общем, сигарету курю, никому не мешаю, и вдруг откуда не возьмись, такая бешеная машина. Ну, примерно вот так вот, ну та желтая была. На исходную. Страховка все покроет? Да, железо. Ну все, значит, я иначе не беспокоюсь. Узнайте о работе в такси. Узнайте о работе в такси. Это куда мне надо узнать? А, все, понял. У меня метка есть. Через 200 метров поверните налево. Блять. Мама. Это так было задумано. Конечно. Хочу устроиться на работу. Мне нужно иметь при себе паспорт и лицензию драйв. О, я на лимузине буду. Хо-хо, хорошо. Вот реально не хватает NPC-шек, чтобы город казался живым, и все, тогда будет четко. Ага, понял, куда едем? Это я вызывал. Да-да, куда едем? Ага, понял, поехали. Стой. Как дела вообще? Да, нормально. Вообще, у меня свой бизнес, я таксую для души. Понятно. Не обращайте внимания, лимузин бронестойкий. Вы мне потом 5 звездочек поставите? Там же нельзя. Ну, тогда не надо. Раз нельзя. Пожалуйста. Прежде выйти из машины, просто я вам подарочек. Да, спасибо большое. Сейчас доедем. Каким? Ого, не стоило. Спасибо огромное. Куплю себе пиво. Вы хороший на сегодня, на вечер. Спасибо. Это вы хороший таксист. А как можно выводить деньги отсюда на карточку Сбербанка? Ты не научился еще? Ну, у меня миллион тут еще, пока учусь. Так, 5 км ехать. Жена на стрим пришла. Жена на стрим пришла, говорит, Игорь в жизни так же будет, отвечаю. Поверните налево. Он что, меня на военную базу вызвал или что? Да плевать. По шлагбамам проедем. Я все ради клиента сделаю. И закон нарушу. Плевать вообще. Все, спасибо.
подождать меня? Да-да, конечно. Маршрут конечно. Перестроен. Рамуль, приветствую. Дружище, а ты куда сел? Понял. Вот и пообщались. Дружище, удобно? Удобно тебе? Я вас прям под вход подвезу, прям под вход. А вы не дадите мне чаевых баксов 500 мне заплатить за машину, если вас не затруднит. Огромное спасибо. От души. От души. Всех благ на службе. 2000, брат, 2000, поехали по бабам. Ближе. Ну давай, подвезем, давай. Указывай, куда ехать. Еду за машиной. Маршрут перестроен. За машиной? Вы купили машину? Купил себе машину, да. Да, через какую, если не секрет? Метров, поверните ну, направо. Сейчас покажу. Даже тут туман. Вон, ставь. Ух ты, какая машина. Сколько мне работать на такую в такси? А, у меня такой вопрос, не сочтите за наглость. Я коплю сейчас на машину своей мечты, хочу купить Жигули. Не могли бы вы мне $5000 скинуть? Я верну, казино выиграю. Офигеть, ты так просишь, что отказать невозможно. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Стыд на меня, на! Дай вам бог здоровья. Здравствуйте, ребят, никому такси не нужно? Нужно, нужно. Присаживайтесь. Добро пожаловать в наш... эксклюзивный лемо-такси. Мы самые длинные в этом городе. На чай поставлю, да. Еба! 400 рублей! Я начал отрываться! Потом, так скажем, на вашу цель. 73 тысячи, брат, у меня 73 тысячи! Фига. Всего вам доброго, спасибо. А, благодарю. А не могли бы выйти из автоем, так скажем? Да, да, подарок конечно. Сделаю. Примите обмен. Оборона в наше время важна. Особенно, когда с вами, так скажем, катаются непонятные люди. Братан, смотри, что у меня есть! Е-бой, нормальная мышка. Хорош, хорош! А патроны на нее где брать? В магазин оружейный надо ехать. Е-ман, здорово, мужики. Смотрим здорово. Вас всей толпой. Какие вы красавчики. Спасибо. Спасибо, спасибо. Рада стараться. Ну, вам руки пожать и попраться. Да, 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 да. У тебя игра. Братик, у нас походу машины сперли. Да. Художественный фильм «Спи». Не, набухаемся, потом на рыбалку. Давай. И все как в реальной жизни. Ага. Ну что, братан, давай пойдем, я угощаю. Пойдем. Что ты предпочитаешь? Виски, водка? Пофиг, все, что горит. Братух, давай тогда, получается, за тебя. Где ты? Что там, танцуешь? Так, а как это анимация? Давай, я плавлю. Позы. Я обычно просто танцуешь, в такой... как я в такой... Я в такой позе пью просто. Обычно. Ага. Все, брат, давай, будем. Я коньячко, поехали. Коньячка. Ух, хорошо. Так, как я танцую обычно? Вот так. О, нормас, нормас. А есть поза, говорит, солевого. Питер, привет! О, я проснулся под мостом. Наденьте штаны. Серьезно? Да, проснулся под мостом. А где мне... А, вот штаны. Да, я смотрю, ты что-то исчез. Я фиг знает где, брат. Куда-то меня занесло. Вообще, я вне города. Я, походу, на другом конце карты. Сейчас буду к тебе ехать. Это дело без штанов под мостом и через другим мужиком. Как что? Известно что. Секс. Мой надолбнутый ретривер по кличке Купер удрал ранним утром. Я всю округу обшарил, засранец как сквозь землю провалился. Помоги мне отыскать пса, я с похмелья бегать, сука, за собакой по полю на жаре. Идеально. Даже это лучше квестов егеря, да? Блин. Кальяны, да. Дай бог живыми доедем до туда. Розенбьян, привет. В реале я нормально вожу. Поставлю тут нашу колымагу. Да, могу чем-то помочь. Да, ты можешь помочь мне наловить рыбу, взамен дам тебе вознаграждение. Хорошо, помогу. О, это уже другой разговор. Пойду к мужикам пристроюсь. Ну, в смысле, прорыбачить. Это я понимаю, релакс. О, я выловил форель весом 349 грамм. Так, ладно, давайте туда на сегодня заканчивать, ребят. Сейчас я здесь и попрощаюсь туда отдельно. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за живое общение. Спасибо всем огромное за поддержку и за донаты. Еще будет по РП 2 стрима. И ролики будут, нарезки с этих стримов. На следующем РП добьем задание основное. А потом будем работать таксистом. Ну или чем-нибудь там еще. Спасибо, ребят, за просмотр. Увидимся через пару часов, получается.